О метео и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 23 июля, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 20 градусов тепла. Днем температура поднимется до 22 градусов со знаком плюс. Малооблачно, вечером возможна гроза. Ветер северо-восточный сильный, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба. По словам астрологов, завтра будет благоприятный день для проведения деловых и личных переговоров, обсуждения важных вопросов. Удается защитить свою точку зрения, никого при этом не обидев. День располагает на романтические знакомства. Однако далеко не всегда они приводят к серьезным отношениям. Гораздо чаще дело ограничивается легкомысленным увлечением. Улыбайтесь чаще. До свидания.